Всем привет! Привет! С вами Ира, Виталик и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим густую молочную кукурузную кашу на завтрак. Я уже готовила кукурузную кашу, только пожиже. Меня попросили приготовить густую, потому что некоторым нравится именно густая кукурузная кашка. Это отличный, полезный и сытный завтрак. Всем рекомендуем приготовить. Для молочной кашки нам нужны будут следующие продукты. 100 грамм кукурузной крупы, 300 миллилитров воды, 300 миллилитров молока, 3 столовые ложки сахара, 1 треть чайной ложки соли и 20 граммов сливочного масла. Сахар регулируйте сами. Нам нравится именно, когда каша сладкая. Вы можете добавить 1 или 2 столовые ложки на ваш вкус. Кукурузную крупу промыли под проточной водой, добавляем воду 300 мл и ставим на огонь. Варим, пока полностью не испарится вся вода. Добавляем кукурузной крупе соль, сахар. Перемешиваем, смотрите, аккуратно, чтобы не подгорело. И добавляем молочко. Варим на среднем огне. Перемешиваем хорошо и варим до загустения. Прекрасная кашка идеально подойдет на завтрак. С молочком варили 7 минут. Теперь добавляем сливочное масло, размешиваем, накрываем крышкой и, конечно же, выключаем огонь и даем ей настояться. Минимум 15 минут, лучше минут 20-30. Завтрак готов. Теперь каждому вот так перемешали хорошенько. Масло распределили по всей кашке. И теперь насыпаем в тарелочку. Всем приятного аппетита, вкусных завтраков. Приятного аппетита тебе. Спасибо большое и тебе приятного аппетита. Спасибо. Сладенькая, вкусная кашка, обалденная. Замечательно. А то все говорят, у нас завтраки такие однообразные. Хотя, насколько знаю я себя, у нас каждый раз что-то новенькое. Редко просто на канал заходят. У нас дети очень любят молочные каши. У Владика любимая овсяная и манная кашка. Ну что я хочу сказать? Готовьте, вкусно и полезно. Готовьте на здоровье, готовьте в удовольствие и радуйте свою семью домашней полезной едой. С вами были Виталик и Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока!